Вы когда-нибудь задумывались, почему люди решают покинуть свой дом и перебираются в страну восходящего солнца? Этот вопрос для тех, кто работает, учится и живет в Японии, может показаться несколько скучным и назойливым. И вынудили забыть, почему они вообще решили ехать именно в Японию. Моя история начинается не в этом месте, но именно с этого места я вас не познакомлю. じゃあ、解散ですか。何ですか?美味しいですか?美味しいです。和風ですか?和風、和風料理。あ、そうです。めっちゃ和風です。和風ですか?兄さん。なんか和風スタイルですか?和風スタイルです。服見てください。動画大丈夫ですか?向こう動画撮ったら大丈夫です。あ、大丈夫、大丈夫。じゃあ行きましょう。行きますか? 見せ場で撮れたら、また見せ場で撮れたら。バイバイ。動画ですか?動画です。なんで?いや、なんか日本について動画撮ってるんで。すごい。見てください。普通にジャンパーとかやったら日本の方がいいですね。どこから来たんですか?ロシアって知ってます?ロシア?はい。どんなイメージですか?ロシア寒い。寒いですか? いや、まあ夏は暑いですけどね。あ、服、美人。美人って。美人を、ビューティフルガール。ビューティフルガール。わかんないけど。ロシア語って知ってます?ロシア語って知ってます?ロシア語はわからない。わからないですか?なんかロシア料理とか。あ、待ってください。ボルシーとか知ってます?ボルシー、あ、知ってます。こうやつ? いや、料理なんですけど、なんか野菜スープみたい。ロシア行きたい。ぜひ行ってみてください。綺麗、綺麗、街。サンクチェルブルクとか、火山とか、まあやっぱり歴史的な街なので、その雰囲気は感じると思います。日本語どんくらい勉強したんですか?いや、多分もう4年ぐらいかな、勉強してるんですけど。めちゃくちゃ難しい。 Йомацури, пожалуй, самый знаменитый и популярный фестиваль Японии, без которого невозможно представить себе лето в старой столице, в городе Киото. Он проходит ежегодно в течение всего июля. Главное событие фестиваля – это передвижение огромных повозок, которые своим размером поражают воображение. Иногда их даже называют передвижными музеями. Во время фестиваля Гион все традиционные лавки, магазины, а также старинные резиденции выставляют на всеобщее обозрение свои реликвии, сокровища и богатства. Поэтому даже простая прогулка по улицам Киото оставит у вас незабываемое впечатление. Далее предлагаю вам насладиться этим процессом. Thank you.
分あの回ったら渡れると思う。こっち行くわ回ったら。